Внимание! Это может спасти жизнь вашей собаки. Просто запомните три основных симптома заворота желудка, при появлении которых счет жизни идет на минуты. Симптом первый – сильные позывы на рвоту без самой рвоты. Симптом второй – бледность слизистых оболочек. Смотрите на язык и десна. Третий – основной симптом. За несколько десятков минут, иногда чуть больше, у собаки сильно раздувает бока, а живот становится на ощупь тверже, чем обычно. Эта собака не подавилась предметом, это не спазмы при отравлении, это заворот желудка. Что нужно делать? Вы можете только одно – сразу звонить в ветклинику, сообщить о завороте желудка и срочно везти туда собаку для срочной операции. Прошу вас запомнить симптомы, это может спасти жизнь вашей собаки. Я не знал этих симптомов, не знал их и ветеринарный врач. Это стоило жизни моему верному другу, Панку. Пожалуйста, запомните эти симптомы и присматривайтесь к своей собаке.